Здравствуйте, ребята. Сегодня видео о карте памяти. Вот тут карта памяти. Ну, у каждого обязательно, если есть мобилки, смартфоны, планшеты, компьютеры и всякие там фотоаппараты, значит, у каждого есть флешки, карты памяти. Вот и я. У меня есть карты памяти различные. Вот. Ну, заказал еще, решил. Вот у меня на 32 гигабайта карты памяти нету. Вот поэтому я взял и заказал. Да что ж такое, не могу я. У меня на 16, на 8 в основном. Вот, и решил на 32 заказать. Так что сейчас откроем, посмотрим. Хочу сказать, что продавец очень ответственный. Там у него рейтинг очень хороший. Значит, 4 года на площадке AliExpress он. И рейтинг 100%, отсылает моментально. Я только заказал их, и буквально вечером заказал, смотрю, ночью приходит мне сообщение, или утром, не помню, вот, что, значит, карта памяти выслана. За 23 дня она пришла мне, это недолго. Вот, стоит она $3.19. Значит, там карты различные есть. 8, 16, 32, 64, там 256, что там. В общем, разные-разные. Кому интересно, ссылка внизу я дам в описании. Перейдете, посмотрите. Я просто советую такого продавца. Значит, что он еще положил. Вот, видите. В общем, я же говорю, продавец молодец. Вот такой переходничок прислал. Смотрите, свисточек такой, это, значит, сюда карту памяти вставляете, и через USB можно, значит, ею, ну, я не знаю, будет работать, не будет. Вот такой вот упаковочкой красивой, видите, я хочу что сказать, в общем, рейтинг, как я сказал, большой, и очень много там, значит, заказов этого продавца, карты памяти различные, вот, и... Так, ну что, оно открывалось, не открывалось? Да нет, наверное. Вот, и можно заказывать. Значит, что кроме этого еще есть, смотрим, сама карта памяти. О, хорошо, упаковочка красивая, хорошая. Так, что тут у нас, как она тут открывается? Правда, я что-то... Значит, тестировать я не умею, ребята, я могу сразу сказать, умею. Это надо какую-то программу там скачивать, вот. И у меня такой программы нету. Для меня самое основное, чтобы была в ней 32 гигабайта, а там скорость, это для меня не столь важно, потому что я не собираюсь тут какие-то скоростные, что там делать. Вот, значит, вот это такой картридер, или как он называется, это для того, чтобы... Вот эту флешку, допустим, мне в камеру, фотоаппарат. Я вот эту вот такую не вставлю маленькую. Вот, а надо обязательно вот такой переходничок. Значит, как я говорил, карта памяти, вот она, на 32 гигабайта. Как же вам показать? Ну, 32, да? Вот, сюда вот вставляете ее. И можно, о, хорошо, плотненько. И тогда уже вставлять в камеру. Переходничок тут тоже вроде... неплохой. Так, сюда тоже должна вставляться, как же она тут, ага, так не вставишь. Вот только нужно лицо, как говорится, вот, и тут лицо, и вот так вот, наверное, да, и все. Ну, это я попробую, буду потом, как говорится. Ну, а вам напоминаю, кому интересно, значит, я сейчас посмотрю, и может еще карту такую памяти закажу, потому что карт памяти много не бывает хороших вещей, поэтому еще раз напоминаю, ссылка внизу в описании, перейдете, посмотрите, не забывайте также за кэшбэк. Кэшбэк — это реальный возврат части за потраченных вами денег за покупку. И, в общем, до свидания.